Кушать подано. В рамках гастрофестиваля «Тундра» в Нарьян-Маре проходят съемки кулинарного шоу «Еда – это не главное». На записи одной из программ побывала наша съемочная группа. Подробности в сюжете Катрины Тайбарей. Добрый день, дорогие друзья! Сегодня у нас третий выпуск шоу «Еда – это не главное» в рамках гастрономического фестиваля «Тундра». И сегодня в гостях Виктор Макаров, знаменитый в округе и за его пределами YouTube-блогер. На своем канале он рассказывает об охоте и рыбалке за полярьем. Его контент смотрит уже более 120 тысяч подписчиков. Ну, мой канал рассчитан на аудиторию такую рыболовную и охотников, конечно же. Меня пригласили принять участие в шоу. Ну, сказали бы, медийная личность у нас в Нарьян-Маре. Не знаю, почему бы нет? Реально очень интересно. Под чутким руководством шеф-повара Виктор вместе с ведущей Надеждой Польневой приготовили оленбургер. Мы будем сегодня готовить из оленя, так как олень здесь мясо очень распространенное. С добавлением лука конфи плюс брусничный соус, который ягоды здесь тоже присутствует. Ну и особенность его в том, что там сочетание таких вкусов, как соус барбекю, китченес плюс лук конфи, то есть он дает себе остроту и сладость. Ну и он будет у нас на 2,5 килограмма. Приготовление бургера на 2,5 килограмма начинается с самого главного – с подготовки котлеты. Итак, вот сейчас Виктор выложит еще сверху на лук брусничный соус, потом отправим на сковородку гриль. Сейчас мы отправим в духовочку, ну и приступим уже к самой булке. После обжарки котлету нужно обжечь вместе с сыром с помощью горелки. Далее в очереди помидоры. Сейчас не верю. Раз, два, три, поехали. Вот так, вот. Такой необычный опыт получили герои шоу «Еда – это не главное». Администрация городского кафе также отмечает, что всегда открыты к предложениям и готовы проводить интересные мероприятия. Мы всегда рады, открыты таким мероприятиям, с удовольствием принимаем в них участие, потому что это популяризирует не только Ненецкий край, но и наше заведение. Вот. И что позволяет нам узнавать более о новых трендах, каких-то направлениях, связанных с кухней. Мы рады этому. И большое спасибо руководству Центра развития бизнеса, руководству края, что проводит такие мероприятия. Также в рамках шоу прошла презентация кулинарной книги «Еда – это не главное», в которой представлены блюда традиционной ненецкой и пустозерской кухни из трех ресторанов нашего города. Катрина Тайбарей, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север».